Традиционное подведение итогов республиканского конкурса проектов по экономии и бережливости «Энергомарафон» – это всегда зрелищный праздник и фейерверк эмоций. В этом можно убедиться, побывав на церемонии чествования победителей регионального этапа. В этом году она проходила в областном дворце творчества детей и молодежи. Жоп цивилизации благо, с детства это запомнить надо, чтобы жили потом поколения, это важно для всех без сомнения. Электроэнергию надо беречь, и нельзя постоянно свет сжечь. Нынешний год юбилейный. 20 лет назад в нашей стране был принят закон об энергосбережении. Именно 20 лет назад гомельчане первыми в республике дали старт долгому и продуктивному пути. Об этом напоминают и выставки детского творчества, которые стали своеобразной точкой отсчета. Энергомарафон объединяет абсолютно всех. Самое главное – это мероприятие для наших детей, которое носит и воспитательный, и экономический характер. И если перечислить за все эти 20 лет, сколько сделано и сколько сэкономлено государственных средств, направлено на воспитание подрастающее поколение. На суд жюри был представлен широкий спектр направлений, в которых можно отражать пропаганду рационального использования топливно-энергетических ресурсов. А это около 400 работ в 4 различных номинациях. Среди них рисунок, листовка и плакат, проект практических мероприятий по энергосбережению, система образования учебного учреждения, культурно-зрелищное мероприятие и видеоролик. Привет, ребята! Я ветрогенератор. Ахахахаха! Ветер крутит мои лопасти, и я вырабатываю электричество. А я солнечная панель, превращая солнечный свет в энергию, которая может быть использована для освещения домов и улиц. Все мы работаем на альтернативных источниках энергии, которые не загрязняют нашу Землю. Давайте беречь нашу планету вместе. Мы прошли, будем говорить так, от таких так называемых лампочных мероприятий, когда просто наводили порядок с потреблением топливно-энергетических ресурсов, до сложных технологических решений, которые внедряются сегодня на крупных промышленных предприятиях и вообще на любом предприятии в Омской области. Задача первая – это не утратить те результаты, которые мы сегодня уже наработали. Поддержать и искать рациональные, эффективные какие-то способы направления энергосбережений. Пройдены этапы большого пути, от простого к сложному, от рисунков до проектов, от идей до результата. А он, как всегда, впечатляет. Первое место в номинации «Проект практических мероприятий по энергосбережению» жюри присудило 9-классникам средней школы номер 27 города Гомеля Даниилу Радченко и Владиславу Макаренко, авторам «Умных жалюзи». Эта работа называется «Умные жалюзи». И, как мы думаем, она очень хорошо впишется в концепцию умного дома и поможет сделать технологии умного дома не только полезными, но еще и энергосберегающими. Идея нашего устройства в том, чтобы собирать солнечную энергию, ну, можно так сказать, и, соответственно, сохранять ее в виде электроэнергии в аккумуляторах. Жалюзи реагируют на солнечный свет. Если он есть, они закрываются. Если его нет, они открыты. Также, если есть свет, собирается энергия в аккумуляторе. И если нужно, можно даже заряжать устройство портативное. Диплом второй степени отправился в 10-ю Гомельскую гимназию. Здесь провели исследования разного вида оконного стекла и теперь точно знают, каким предложениям производителей можно верить, а для каких главная прибыль. Мы решили проверить такие характеристики, как светопропускаемость стекол, пропускание ультрафиолетового излучения, экранирование магнитного поля, на шумоизоляцию стекла проверили. Убедились в том, что иногда проще использовать однокамерный стеклопакет. Копилка интересных идей и проектов растет и в системе профтехобразования, ведь участие в техническом творчестве во многом способствует профессиональному мастерству. Особенно в этом плане отличается Гомельский колледж электротехники. Мы не первый год участвуем в конкурсе именно энергомарафона, в связи с чем у нас уже есть некоторые наработки по
именно энергосбережению, энергоэффективности. Ну, вот наглядный пример – это наши экспонаты. Конкретно есть макет дома по энергосбережению и оформлению самого присадебного участка с освещением самого участка и дома. Многие люди в частном секторе оставляют освещение на улице. Ну, просто так оно горит. И для того, чтобы оно впустую не тратило энергию, можно поставить специальный датчик, который будет реагировать на движение. Еще с детства я любил очень сильно паять. Я знал, что буду электротехником, поступил, занимаюсь очень интересно. Постоянно интересные конкурсы. На дипломный проект у меня тоже был лазерный гравюрный станок, но был повышенной мощности, который мог еще фрезеровать по металлу. Вот, как бы тоже полезная вещь. Неподдельный интерес к теме энергосбережения набирает обороты и в сельских школах. Наибольшую активность в конкурсе проявили учреждения образования Будокошелевского, Ветковского, Жлобинского, Мозырского, Речицкого, Светлогорского районов. А старейшее учреждение Ремезовский ясли-сад, средняя школа Ельского района в самой многогранной номинации «Система образовательного процесса и информационно-пропагандистской работы» заслужила третье место и сертификат на сумму 30 тысяч рублей. На конкурс эти участники приехали со своим музеем, который расположился в чемодане. Музей в чемодане. Мы решили привести вот такую выставку и составить выставку, чтобы привлечь внимание общественности, как шло развитие света. Хочу сказать, что на протяжении 14 лет наше учреждение работает по программе «Труженик, гражданин и семьянин». Целями этой программы является воспитание обучающихся высокой гражданской позиции, в том числе и в плане энергосбережения. Наш коллектив считает, что эта работа должна быть системной, она должна проводиться в рамках преемственности. Это значит от класса в класс, от темы к теме, от раздела к разделу. Завидное постоянство победителя в энергомарафоне демонстрирует Гомельская школа номер 44 имени Лебедева, которая стояла у истоков движения. Проект «Энергосбережение без границ» приносит очередную победу коллективу и сертификат на сумму 60 тысяч рублей. В теме энергомарафона мы с 2004 года, а это значит, нам уже почти 15, и где-то нехитрые подсчеты, и можно так подвести итог. 6 раз мы были победителями в областном этапе, ну и неоднократно призерами в республиканском. Ну а ценные призы получали в виде грантов только 2 раза. Вот это третий. Большое спасибо. Надеюсь, что у нас есть еще над чем работать. Спасибо большое. На данный момент у нас подписано 8 соглашений о сотрудничестве в этом направлении с учреждениями образования ближнего зарубежья. В этом году мы провели акцию «Поделись теплом с другом». Вот такие замечательные шарфы получили наши друзья. И вот такие теплые приветы мы с удовольствием получили от наших друзей. Экономия и рациональное использование природных ресурсов – проблема международного значения. А проекты по энергосбережению и вовсе не знают границ. Лишнее тому подтверждение приветствия друзей из Смоленска, Хорватии, Африки, с которыми гомельские школьники поддерживают тесные связи. А совсем недавно, в знаковый год для Беларуси, состоялось награждение финалистов международного конкурса «Энергия будущего» имени шейха Заеда, основателя Объединенных Арабских Эмиратов. В их числе проект управления образования Гомельского облсполкома «Энергорандеву в Беларуси-2», который представляла автор Татьяна Атрохова. Этот человек не безразличный к теме энергосбережения, это человек, болеющий за свое дело и убежден, что при ее непосредственном участии мы имеем такие блестящие результаты. Энергомарафон только набирает обороты, и мы не видим какой-то остановки, наоборот, он расширяет свои горизонты, и он уже вышел на международную деятельность. Но время показало, что это востребовано, что мы на правильном пути, и мы должны только развиваться. Хотите быть в тренде энергосбережения? Добро пожаловать в Гомельский областной учебно-практический центр. У нас вы найдете ответы на вопросы. Как утеплить стены вашего дома? Купить водосберегающие насадки? Мы вам откроем секреты домашней экономии. Здесь вы убедитесь в преимуществе зеленой энергетики. Будьте с нами в тренде энергосбережения! Культуру энергопотребления важно и нужно прививать с самого раннего детства. В семье, в школе, в обществе. И энергомарафон на Гомельщине во многом этому способствует. В этом убеждены его партнеры.
Много чего сделано в республике, в Гомельской области. Поэтому надо всем областям равняться на эту область. Это первая сегодня область, которая давала вот именно вот шаги по энергосбережению, где занималась эффективностью, экономией, вот считала ресурсы свои. Поэтому сегодня результат, много сделано и много чего им помогли в этом направлении. Большая поддержка была. Это касается и утилизации зданий, там, и светильник установка. Да. Ну, это прекрасный уклад был вложен. Я не скажу больше, но где-то сумма около 25 миллионов долларов вложена. Партнеры Экомарафона энергосбережения рады в этом, конечно, участвовать, потому что энергосбережение – это общая идея, общие цели. И от каждого жителя, от каждого гражданина зависит наше, в том числе, благосостояние. И мы все понимаем, что энергоносители, они не вечные, они имеют конечные цели. И их замещение бережливо – это долг каждого гражданина. Сегодня в каждом учреждении образования Гомельщины тема энергосбережения в тренде. Однако преподнести в интересной форме такую непростую тему под силу самым креативным участникам. Когда все выключено, тогда все включено. Призеров и победителей назвали и в самой веселой номинации «Культурно-зрелищное мероприятие». Среди победителей команда Гомельского машиностроительного колледжа, которая награждена сертификатом на сумму 90 тысяч рублей для внедрения энергосберегающих мероприятий. Все мы занимаемся в театральной студии «Солнечный день», и мы заняли второе почетное место. Энергоэффективность – это главное, что сейчас приоритетно в нашей республике, потому что от этого зависит наше общее развитие. Ресурсы нашей планеты ограничены, и чем экономнее мы будем их расходовать, тем дольше и лучше наша планета будет жить. Первое место лидера и сертификат на сумму 110 тысяч рублей у средней школы номер 66 города Гомеля. Энергомарафон для нас это нечто большое, потому что мы хотим приучить, как нас мы себя сами приучили к энергосбережению, так мы приучиваем подрастающее поколение, которое нас будет смотреть по телевизору. Также мы учим тех, кто не сберегает энергию. Это был для нас очень большой опыт. Мы все, конечно же, очень сильно волновались, у нас руки всех тряслись. Особенно, когда мы пытаемся переодеться, а у нас ничего не получается. Мы пух-пух, очень быстро все пытаемся делать. Но у нас все получилось. Все, да, опять спасибо нашим руководителям, нашим учителям, наставникам, которые нас научили всему этому. Экономьте вместе с нами! Региональный тур республиканского конкурса «Энергомарафон» подвел итоги 2017 года и 20-летней деятельности по энергосбережению в учебных учреждениях Гомельщины. Самые достойные представят нашу область в финальном этапе, который состоится в Минске. И пусть не всем сегодня улыбнулась удача, главное понять, что в теме энергосбережения выигрывает буквально каждый. И только дружному коллективу единомышленников под силу решать проблемы своей малой родины. Зараз думаю, зрады, на помощь!